работая HR-оператором, да, может быть, был какой-то плюс. Конечно, во всем остальном, то есть как environment и все такое, в принципе, как таковых знаний мне, ну, именно университетские знания, как таковые мне не пригодились. Скорее мне, наоборот, пригодились 3D-шные знания для того, чтобы хорошо получать хорошие отметки на тригонометрии, потому что, так сказать, делать все эти развертки объектов и там вырезать из треугольников квадратов.